Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я получила первый заказ по 10-му каталогу компании Oriflame. Сейчас вам покажу, что мне прислали. Ну вот вы сразу видите, с правой стороны от меня лежит пачка новых каталогов, вот такие каталоги классные. Я еще, конечно, не посмотрела, очень не терпится посмотреть. Зачем мне так много каталогов? Я их раздаю людям и собираю потом заказы. Есть важное правило, как правильно отдать каталог, как забрать, какими словами. И эти ролики обучающие есть на моем канале. Полистайте, посмотрите, например, классное видео есть, как не делать 150 баллов, или как показать каталог клиентам и секреты сетевикам, потому что я в них, вот в этих роликах, подробненько рассказываю, как я работаю. Итак, начинаю свои хвалилки. Первый — это подарок, покажу подарок. Пока прислали только один подарок по акции, где нужно было набирать спонсорские баллы. Я набрала всего 800 баллов и выбрала 4 подарка за 1 рубль. То есть любой товар за 1 рубль. Получается, у меня сейчас пришел только увлажнитель, а потом еще будет рюкзак. Так, даже не помню, что еще заказала. Ну, потом увидите. Точно, зеркало с подсветкой и треногу. Вот, вспомнила. Как раз то, что нужно для бизнеса. Я, знаете, еще что хочу сказать. У нас сейчас каждый каталог проходит такие рекрутинговые кампании, и условия настолько лайтовые. И если раньше мы, например, за 200 баллов брали какую-то маленькую сумочку, там, чтобы что-то посерьезнее взять, надо было 500 баллов, то сейчас за 100 баллов такие крутые просто продукты, что, ну, оставаться в стороне невозможно. Да, кстати, в следующем каталоге будет новая акция, вы все получите такие листовки, и условия уже есть на сайте. Например, я хочу себе беспроводные наушники, а они будут всего 500 спонсорских баллов. Представляете, какие классные условия, невозможно просто удержаться. Итак, открываю. Это увлажнитель воздуха. Сейчас я его покажу вам. Высоко коробка. Все в коробочке, как положено, как в магазине, чтобы не разбился. И вот такой вот, ой, какой он легенький пухлячок. Тут есть инструкции всевозможные, нужные. Коробку убираю в сторону, и получается вот такой вот хорошенький приборчик. А в него, я так понимаю, нужно будет набрать водичку, включить в розетку, и он будет увлажнять воздух. Он и смотрится так мило. И, по-моему, в интернет-магазине я смотрела, стоит такой увлажнитель примерно 1300 рублей. Представляете, он мне пришел за 1 рубль. Вот, так что я люблю похвалиться, и не только для того, чтобы вас подразнить, а для того, чтобы вдохновить вас на работу. Кстати, заказ получился на 203 балла. Или 204, ну, неважно. Так, что я заказала? Ну, конечно же, шампуни-гиганты. Один у меня заказала подругу, все, она влюбилась в этот шампунь. Один раз я ее уговорила взять именно этот восстанавливающий. У нее и у дочери, у них длинные волосы с рыжинкой, то есть они склонны к сухости, к ломкости, и они влюбились в этот шампунь, теперь все время их заказывают. А себе взяла вот такой гигант, тоже увлажняющий шампунь, чтобы напитать волосы и сделать их более гладкими и послушными. Вот такие вот большие объемы. Получается выгодная цена сейчас, и в конце каталога много таких интересных предложений. У меня прям глаза разбегаются, там и гели огромные, и шампуни. Посмотрите обязательно, возможно, что-то вам нужно, и всегда смотрите, какой объем и какая цена, сравнивайте. А то бывает так, я посмотрю, ой, как дорого, и не обращаю внимания то, что там XXL объем, а потом, когда вижу, что хороший объем, я понимаю, что цена очень даже лайтовая. Так, еще один каталог лежит в коробке. Так, две зубные щетки, это все под заказ. Зубные пасты тоже две, по-моему, под заказ. Одна мне, где еще одна мне? Я что-то мало паст заказала, надо брать, потому что вчера написала клиентка, что она на днях заедет, и сказала, что ей нужно 3 зубные пасты, а у меня как раз вот запас, прям вот еле-еле ей наберу.
Так, заказали два аромата, вообще заказали 4 аромата, еще 2 Glacier оранжевых, но их не было на складе, пока вот только 2 ароматы. Кстати, одна клиентка сразу 4 аромата заказала, это очень круто, как говорится, ну такой заказ серьезный, не маленький. Сами можете посмотреть по каталогу, что это не дешево. Так, у меня здесь несколько тушей. Когда их заказывала, нужно было, по-моему, под заказ 3 или 4. Я докинула еще немножечко потом, и у меня их сейчас все заберут. То есть люди смотрят каталоги, звонят и говорят: ой, тушь закажи, это. Я понимаю, что мало заказала, мало, нужно срочно еще делать заказ и заказывать тушь 5 в одном, потому что она мне нравится больше всех тушей, одна из моих самых любимых. И клиентов приучила к этой туши, потому что, как я заметила, в основном клиенты пользуются теми же самыми продуктами, что пользуюсь и я сама, потому что когда мне что-то нравится, я это с таким вдохновением рассказываю, свои эмоции, свои впечатления, я рекомендую от души. Так что вот эту тушь я вам тоже рекомендую, она делает реснички длинными, она их подворачивает, они выглядят не худыми, то есть все-таки есть объем, и они все разделенные, то есть выглядят они так эффектно, как будто вот натуральные, такие веером лежат, очень красиво. И что мне нравится, у нее уникальная кисточка, с одной стороны короткие-короткие такие, даже не ворсиночки, просто я не знаю, какие-то выпуклости маленькие-маленькие, и это позволяет покрасить реснички близко к началу роста ресниц, чтобы не травмировать слизистую глаза. Если вы видите, у меня глаза очень чувствительные, я сегодня чуть-чуть побыла на солнце, как бы поработала, немного было пыли, и у меня они сразу покраснели. То есть для меня очень важно удобство кисточки, чтобы она не травмировала слизистую. Вот, тоже можете рассказывать это клиентам, и это будет, наверное, многим интересно. Так, под заказ дневной крем серии Optimals для кожи нормальной, склонной к сухости. Тоже уже не первый заказ от этой клиентки, она любит этот крем и частенько заказывает. И вчера у меня еще один такой крем заказали, то есть у меня сейчас параллельно идут, еще набирает следующий заказ, и я это очень люблю, потому что когда много заказов, это просто кайфово. Так, что-то у меня здесь для себя неожиданно, я влюбилась в крем Королевский бархат, хотя, конечно, моя любовь и первое место — это серия Экологен Novage, но этот крем, он какой-то бесподобный, просто им настолько приятно пользоваться. У меня сейчас как раз такой же ночной, он скоро закончится, там прям буквально недельки на 2-3 осталось, и я сделаю перерыв, перейду опять на Экологен, а потом опять вернусь к нему. И в этом каталоге настолько привлекательная цена, что я рекомендую вам тоже рассмотреть серию Королевский бархат для того, чтобы побаловать свою кожу, потому что здесь идет увлажнение, питание и укрепление кожи, и я вижу хорошие прям результаты. Так, надеюсь, вам все видно. Так, что здесь еще интересненько? Ну, мыльце кусочек, это наша серия Vita Care Orange с витамином Е. Вкусно пахнет, хорошая мыльце такой прям. Так, мультикомплекс, мультивитамины и минералы для женщин. Взяла пока одну баночку, но я так переживаю, что вы все разберете. Наверное, скоро буду отправлять заказ. Потому что это для мамы. Мы привыкли пить Wellness Pack. То есть сразу мы берем коробку и 4 капсулки сразу выпиваем. Но родителей очень трудно приучить, особенно маму, пить сразу так много. А вот по одной она согласна пить. Сейчас она у меня привыкла к омеге. Пьет омегу, ей нравится, у нее результаты хорошие, головные боли уменьшились значительно, чувствует себя хорошо. И вот витаминчики я им периодически беру, и они пьют, стали вот такие прилежными у меня. Тоже под заказ крем мед и молоко, он у нас для рук и тела. Вот представляете, 250 миллилитров наслаждения, просто это такой аромат. Под заказ клиентки, которая его берет уже несколько лет, вот просто заканчивается баночка, она заранее заказывает следующую, и у меня обычно всегда стоит запас, а в этот раз не было, и когда она заказала,
Я так обрадовалась, что он как раз идет в каталоге со скидкой, и вот сразу заказала ей такой крем. У нас, кстати, такой прикол был. Один раз, ну, рассказывал мой консультант, что к нему пришли гости, парни его там, друзья, и что-то он им показывал. Один говорит: а это что такое? Он говорит: а это мед с молоком. Он такой: о, прикольно. Открывает банку, берет печенкой вот так вот, черпает и в рот. Он говорит: я даже просто сказать ничего не успел, так угорали. Ну, естественно, он все выплюнул, там все это сделал, никто от этого не умирает. У меня, кстати, когда Лера маленькая была, она частенько что-то лопала из продукции Oriflame, все нормально. Поэтому он действительно очень вкусно пахнет, его хочется съесть. И что мне нравится, когда, например, вот после душа наносишь этот крем, потом одеваешь сверху какую-нибудь там пижамку или ночнушечку, ложишься спать, и вот, знаете, постелька пахнет, пижамка пахнет, и этот аромат, он такой, ну, он не приторный, он приятный. То есть так потом скидываешь одеяло утром, чтобы застелить постель, и вот этот аромат как бы вот чувствуется, тонкий-тонкий такой. Ой, чихнуть хотела. Со скидкой 50% я взяла вот такой крем для глаз Экологен, тоже серия Novage. Сейчас как раз им пользуюсь, а перед этим пользовалась тоже кремом для глаз из серии Royal Velvet, королевский бархат. Очень понравился. Кстати, сначала было непривычно, он намного гуще, чем крем Экологен, и мне казалось, что я растягиваю кожу. Потом я приспособилась, я стала его аккуратненько так вбивать, сразу раскидывать его вокруг всего глаза, привыкла. Потом я стала к нему придираться, мне казалось, что нет эффекта. Я сделала эксперимент, я достала новый Экологен, стала пользоваться на левом глазе, с левой стороны Экологеном, с правой стороны королевским бархатом. Но вот, знаете, я не увидела такой разницы, что как будто бы Экологен прям у меня все прям улучшил 100 раз, а королевский бархат как будто бы не справился. Все отлично, то есть крем классный, поэтому я его тоже рекомендую. Пользуйтесь с удовольствием, действительно достойная коллекция. Так, и это еще не все. Мне прислали на обзор аромат Full Moon. Вы знаете, я запишу отдельное видео по этому аромату. Сейчас первое впечатление послушаю, но я планирую с ним погулять немножечко, чтобы понять, насколько он мне нравится или нет, послушать, сколько он будет держаться на коже, и потом запишем видео. Потому что вот просто как бы с бухты-барахты говорить про аромат не так-то уж и просто. Так, я его вскрываю, слушайте, прям варвар. Так, снимаем пленочку, коробочка красивая. 30 миллилитров Full Moon. О, этот аромат парный, есть еще и мужской в этой серии. Аромат был уже несколько лет назад, он был в Oriflame, и я так поняла, что все по нему соскучились. Такой маленький флакончик. Кстати, было бы здорово, если бы у нас все ароматы были в маленьком таком дизайне, потому что когда берешь большой, то порой просто не успеваешь его физически использовать, и он лежит, и лежит, и лежит, выходит все новое, и все хочется пробовать. Так, вот тут у меня не пахнет, сейчас попробуем. И в крышечку. Ой, слушайте, у него такой сильный распылитель, может быть, мне такой достался, я не знаю. Сразу не нюхаем. Ой, первые нотки. Слышу цветочные ноты. А меня что зацепило, что есть в составе персик. Я очень люблю, когда в составе персик, потому что это просто фрукт, он такой вкусный и так вкусно пахнет. Слюни потекли. Вкусно. Хорошо. Прям вот хорошо. Вот с первых ноток пусть немножечко поиграет на руке, с кожей соединится, раскроется. Послушаем, что дальше будет. Так, что здесь еще у меня? Две помады. Одна под заказ, а одна на обзор. А я не помню, какая на обзор, какая под заказ, поэтому пробовать сейчас не буду. Так, вот это под заказ, скорее всего, да, вспомнила, клиентка такую просила. Это новая коллекция с блеском. Пахнет интересно как. Есть аромат у нее. И сейчас посмотрим второй оттенок. Так, первый я вам показывала. Кстати, все коды будут под видео, вы их увидите. Так, здесь заканчивается на 27. А тот, который прислали на обзор, на 48 заканчивается.
Ох, а он тоже такой интересный. Кстати, у них почему-то разные колпачки, значит, это разные серии. Короче, надо разобраться, какой из них на обзор. Потому что и та в коралловых оттенках. Поэтому ничего не пробую, потом попробую, все запишу, все расскажу. А вы себе заказали новые помады? Интересно. Так, что еще? Угу. Тоже прислали на обзор. Шикарная новинка, бронзатор. Это бронзирующая пудра. Ну, как обычно, в Giordani красивая упаковка, все так супер сделано. Давайте посмотрим, что внутри. Очень люблю новинки, особенно все, что касается макияжа. Роскошная коробочка. Как классно. Теперь посмотрим, как она открывается. Ну, просто нужно пальчиком чуть-чуть поддеть. Ну, кстати, достаточно удобно. Но самая лучшая упаковка, когда открывается с щелчком. То есть нужно нажать, и крышечка отпрыгивает. Но вот здесь такого нет. Так, я так понимаю, мне прислали более светлый оттенок, чему я очень рада. У меня 67 на конце. Gold Scent. Она прям очень светлая. Зеркальца нет. Посмотрите сразу, обратите внимание, зеркала нет. Не знаю почему, но я запаслась зеркалом. Я взяла зеркало, я взяла кисть. Я хочу попробовать, какой будет эффект у этой пудры. Сначала попробую на руку. Ух ты. Значит, так сделано красиво. У нее тут все рельефное такое. Прям супер. Текстура шелковая. Вы знаете, просто вот кайф. Невесомая, я прям вот как будто бы вот просто по шелку скольжу пальчиком. И, конечно же, сияние. Давайте попробуем на лице. Я не знаю, будет ли вам видно через камеру, но потом я запишу видео, где просто близко-близко покажу. Ну, например, вот тут одну половинку сделаем, чтобы видно было, разница есть или нет. Хочу и вторую попробовать. Интересно, какой будет эффект. Но мне, конечно, вторая может быть темновато, поэтому я рада, что прислали первую. Просто холеное личико и все. Супер. И вот вы знаете, какое есть сияние, и такое благородное, то есть не блестки, не как хайлайтер все вот переливается, а оно такое прям классное. Слушайте, хорошая штука, видно эффект? Посмотрите на камеру, покручусь немножко. Мне кажется, это заметно должно быть. Немножко пылит, вот я кисточкой взяла, чуть-чуть осталось, надо аккуратненько кисточкой собирать. Слушайте, прям супер штука, хочу и темненькую. Так, и что тут еще осталось? Две пачки витаминок, одна пришла в подарок, уже четвертый шаг, кстати, сюда. Если заказываете wellness, смотрите, предлагает ли вам сайт, сама программка, сделать подписку. Если предлагает подписку, соглашайтесь, потому что три продукта, каждый каталог вы покупаете за денежки, четвертый приходит в подарок. Очень выгодное предложение, поэтому мы всегда делаем подписку, и это классно. Так, что еще тут? Сейчас покажу. Так, набор пробников взяла на Weihe Time Restore, взяла себе попробовать. А почему бы нет? Мне 46 лет, с 50 лет можно пользоваться этой серией. По состоянию кожи можно рекомендовать там плюс-минус 5 лет еще, да? Так вот, почему же не попробовать? Очень интересно, кто пользовался, такие восторги по поводу этой серии выдают. Кстати, как все устроено, показываю. Конвертик. Внутри вот так все красиво, то есть он закрывается. Внутри 5 пробников. Шикарный, кстати, подарок для клиентки. Тут полный комплекс. Все, вот все, что входит в комплекс очищения. Дневной крем, сыворотка, 2 крема, день-ночь. Все попробую, потом расскажу вам свои впечатления. Можно будет даже видео записать с рассказом. Так, очки.
Очки заказала по акции, но я их не себе, мне их заберут за 199 рублей. Вы знаете, может и не отдавать, смотрите какой чехол. Тут только из одного чехольчика можно покупать эти очки. Такой увесистый футляр, внутри здорово все сделано, такое красивый, аккуратный. То есть очки здесь точно будут чувствовать себя как за семью печатями, прям как бархатное все, красота. Сразу салфетка для того, чтобы протереть очки, и вот так вот выглядят они сами. Очень массивные, смотрите, оправа массивная, по бокам золотые вставочки, сделано конечно красиво, я ничего не могу сказать, но форма совершенно не моя. Я конечно померяю, чтобы вы увидели, как они в деле будут смотреться. Ну и напишите, подходит, как на ваш взгляд, они мне идут или нет, а то может быть мне самой такие надо. Сидят офигенно просто, немного дужки давят вот сразу по ощущениям, то есть мне очень важно, чтобы посадка была. А вот на нос села хорошо, несмотря на то, что у меня жесткая переносица, очень хорошо сел. Но это опять же нужно походить хотя бы час-два, чтобы понять, хорошо ли в очках или нет, и как они сидят на голове. Отлично, супер. То есть вот я их посадила, головой махаю, очки не соскальзывают, супер сделано, конечно качественно. Я кстати не помню, что это за коллекция, что это за очки, откуда они у нас взялись, я их не помню. Я так понимаю, что это коллекция была у нас, если вы знаете, напишите мне, может быть какая-то акция у нас была. Вот такие вот клевые очки за 199 рублей. Если вы в прошлом каталоге делали заказ на 50 баллов в 9 каталоге, сделайте 50 баллов в 10, укажите код очков, он у вас будет прописан прямо на первой страничке, где корзина, и вам придут такие шикарные очки, все упакованное. Можно кстати кому-то подарить или продать подороже, так что вот рекомендую. И на этом практически все, осталось показать, что я еще вам рекомендую. Так, где у меня все растеряла? Смотрите, в каталоге есть специальное предложение, нужно указать шестизначный код, и вам придет набор. В набор входит один каталог, вот почему у меня один каталог там был в коробке, один следующий каталог уже следующего периода, раз, пробник новой помады, два, какую-то новую помаду прислали, такой цвет прям барби, барбический цвет, один пробник Novage, это у нас сыворотка для лица, чтобы кому-то подарить или самим попробовать. И из-за чего я заказала этот набор, у нас будет новый аромат Мистер Джордани. Посмотрите, как красиво приходят сейчас пробники, роскошный подарок, такая картинка снаружи, целая открытка, посмотрите какая печать красивая. Мистер Джордани Аква. Я очень хочу Мише выбрать какой-то новый аромат, потому что наш любимый Happy Diziac сняли с производства, Manful сняли с производства, и сейчас нам нужно подобрать что-то новенькое. Я попробую на другой руке, где я не брызгала. Ой, какой вкусный. И как я рекомендую делать, если вы подбираете для своего мужчины, то наносите не на себя, а наносите на него, на точки за ушками нанесите, на пульсовые, и походите за своим мужчиной, пообнимайтесь, почувствуйте, насколько вам хорошо с ним, когда от него пахнет этим ароматом. То есть как чувствует себя ваше тело, насколько вам комфортно или некомфортно. Это очень важно, потому что представьте, если вы подарите ему этот аромат и он вам не будет нравиться, то ну это все, это катастрофа, его только выкидывать придется. Ой, мне кажется, Мише понравится, по крайней мере мне нравится, он такой легкий, водный, прохладный аромат, и что-то в нем есть такое сексуальное, притягательное. Ну нужно будет еще разнюхать. Вот, все, вам рассказала все секретики, пользуйтесь, воспитывайте свою команду тоже, помогайте новичкам разобраться во всех тонкостях нашего бизнеса, чтобы у них все легко получалось, и создание клиентской базы, и подбор продукции как для себя, так и для других людей. Я вам желаю всем огромных успехов, классного настроения, и будьте здоровы. Пока-пока.